Всем привет! Очередное обновление FIFA 19 увидело свет и уже доступно пользователям на ПК, и в ближайшее время ворвется и на консоли. Как всегда, электроники пытаются в обновах подчистить все те косяки, которые были подброшены ни в чем не повинным геймерам после релиза игры. Кстати, напишите в комментариях, какие ошибки в игре хотели бы исправить вы. Наконец-то разработчики обратили внимание на лютые фейлы вратарей и невероятное количество умельцев бить ножницами в игре. На эти аспекты и был сделан основной акцент в обнове. Дадим слово самим разработчикам и процитируем их пресс-релиз обновления FIFA 19. Некоторые формулировки там особенно вкусные и сочные. Итак, исправлены, по словам EA, следующие вещи. Причем все эти косяки приведены с милейшей припиской в редких случаях. Вратари не поднимали мяч, находящийся рядом. За пределами штрафной вратари пытались обработать мяч, а не вынести его, несмотря на то, что рядом находились нападающие соперника. Управление движениями вратаря не действовало при выходах из ворот. После ручного позиционирования вратарь нырял в сторону, противоположную ударам. Вратарь не брал мяч в руки, отбивая его в газон. При исполнении ударов от ворот мяч летел слишком быстро. Дорогие разработчики, а как насчет пропускания в очко? Или оно случается не в редких случаях, поэтому и недостойно быть исправленным? Что касается ударов через себя, то здесь изменения более здравые, ну как минимум на бумаге. Что исправили здесь? Некоторые игроки выполняли такие удары, не имея при этом достаточный уровень ловкости в игре. Акробатические удары теперь смогут наносить футболисты с показателем ловкости 80 и выше, или обладающие талантом стильный игрок. И в этом случае пользователю не нужно будет нажимать специальные кнопки. Такие удары наносились в нереалистичных ситуациях, например, когда бьющий находился в плотном окружении соперников. Иногда такие удары сопровождались слишком быстрой анимацией для игроков с высоким показателем ловкости. Увеличена вероятность ошибки при ударах через себя, теперь они станут менее точными. Эффект неудачи таких ударов и будет зависеть от положения игрока и его окружения оппонентами. В целом все по делу. Но почему так много времени потребовалось на осознание этих проблем, вопрос еще тот. С момента релиза эти косяки лежали на поверхности, но в первом обновлении на них были закрыты глаза. В этом вся EA. Сами наделали кучу фейлов в игре и теперь гордо рапортуют об их устранении. Посмотрим, как заявленные на бумаге изменения будут выглядеть в игре на самом деле. Ставь лайк, если рад, что электроники наконец обратили внимание на вратарей и удары через себя. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!